палец на... Ну, он Face ID не тот Face ID. Слушайте, ну какая-то разница, ну кто ваш телефон взламывает, фотографии не будет. Вот, вероятность этого точно. Просто вообще стремится не просто к нулю, а куда-то там, к мелкой бесконечности. Этот флагман стоит, вот этот вот флагман Xiaomi стоит 21 тысячу рублей. Флагман. Xiaomi стоит 21 тысячу рублей. А у них сейчас тоже, по-моему, этим дисплеи начали делать самсунговские, да? Слушайте, я, на самом деле, у меня в друзей они есть, и там, когда ты просто его держишь в руках, начинает нажиматься на много боковыми этими штуками. У меня даже ветры нажимаются кнопки боковыми, чтобы эти загибы, это еще нужно посмотреть. Да, а мне нравится, Лёха. Ну, просто ты вот держишь, просто он тебя начинает нажимать на... На иконку, которую у тебя звук. Может, это не смысл, поэтому и хочется Apple, а у них ничего там нет таких. А у них загибов нет, у Apple загибов. Загибов нет, да. Ha, 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 ha.
Вот именно, а так мы сходили на курсочку, и боковое зрение. А у Насти тоже Face ID, который периодически не срабатывает. Все нормально. Просто накачивалось по-другому. Да, у меня, причем в мою квартиру перестал работать через, там, не знаю, сколько лайфов. Через годик, наверное. Новый iPhone 10 с распознаванием по лицу. Берет и своим лицом. Вполне себе разрушается. Звонит в Apple. А что же они говорят? 1 на 1 000 000. Thank you.
Какая вторая была? Нет. А у тебя вторая, да? Блин, я теперь эту песню не смогу спокойно слушать. Регистрация на Мади? По
складывается. Высоким складываться тяжело. Вот. И просто сейчас больше стало смешанных. Намного больше. То есть раньше смешек было меньше, было больше работы. Вот. В этом плане высоким, наверное, попроще. А? Поэтому высоким, наверное, попроще. Наоборот. Да? Почему? Высоким смешек пробил, все, или И при этом я еще и замечаю, что да, я стал больше успевать. Да. Какие-то элементарные вещи.